Всем привет! В этом видео хотел бы вам рассказать о том, как я начал свое закаливание и свое мнение и взгляд к этому мероприятию. Закаливаться я начал примерно с 12 лет. На тот момент это было более такой подражательный элемент. То есть я где-то посмотрел и стал что-то делать. То есть это было не систематическое какое-то занятие, а разовый подход. Я наливал холодную воду, обтирался холодной водой, ложился в ванну с холодной водой, полностью набранной, и экспериментировал после ванны, которая была холодная на время, увеличил время лежания и выходил на балкон зимой. Что было замечено, вот после этого момента, когда я стал экспериментировать с этими мероприятиями, я начал меньше болеть, простужаться, и вообще, то есть я перестал обращаться к врачам. Также у меня пропали какие-то заболевания с горлом, как ангины, простуды. Я был меньше подвержен гриппу. Следующий этап на моем пути, когда я начал закаливаться, это когда я пошел служить в армию. Мы каждое утро выходили на зарядку по голому торсу, вне зависимости, какая была погода, холодно, мокро, снег, и бегали, то есть зарядка по распорядку была примерно 30 минут, и мы вот это время находились все время по голому торсу. В армии нас приучили обтираться холодной водой, и обтирались мы снегом после зарядки, то есть это уже было системный подход такой, который позволял закаливать организм. Следующим моментом моего закаливания было, когда я уже отслужил и начал интересоваться, начал читать материалы различные, статьи научного характера и искать плюсы и минусы этих занятий, то для себя я потом точно понял, что я буду продолжать этим заниматься, а именно закаливанием. И начал выстраивать какую-то систему своих занятий, то есть чтобы одно занятие накладывалось на другое, и получался такой тренировочный процесс. Пускаю, то есть зарядку, я выхожу на улицу, обязательно это обтирание холодной водой, это обязательно по утрам, чтобы привести себя в состояние рабочее. И если это какая-то тренировка в дальнейшем, то зимой я стараюсь заниматься также по голому торсу. Также я практикую хождение босиком по снегу. Что еще? Обливание. То есть все техники, которые есть, я на себе это испытываю. Большой плюс, и я не болею, то есть у меня вообще никаких простудных заболеваний. Я уже забыл, когда делал прививки от простуд, от гриппа. Очень много плюсов от этих мероприятий, которые производишь ты со своим организмом, когда обливаешься, либо обтираешься снегом. Очень хорошее занятие. Повышает жизненный тонус, меняет мысли в голове, и вы начинаете мыслить очень позитивно. В следующем видео, смотрите, будем разбирать плюсы и минусы закаливания. Будем говорить о мифах, которые люди придумывают, чтобы не заниматься этим прекрасным делом. Всем пока. Смотрите следующее видео. Подписывайтесь на канал.